Здравствуйте! Сегодня очень мощный день, заряженный на хороший результат, но при условии, если делать все до конца. Поэтому слово дня – целеустремленность. Сегодня все получается – финансовые, юридические дела, продвижение, коммерческая деятельность. Для личных дел этот четверг тоже удачен. Смело планируйте визит к врачу, в салон красоты или на свидание. И для корпоратива день прекрасен. Всего вам хорошего и до встречи завтра!